Первый из 6 недостроенных домов будет введен в эксплуатацию уже в декабре 2018 года. Был выбран самый большой дом из недостроенных. Это практически больше трети от всех пострадавших граждан в этом жилом комплексе. Более 1000 человек в доме номер 5 смогут к концу года начать процедуру по восстановлению своих прав и получению ключей. Для этого сформировано в Московской области 3 центра. Это офис продаж жилого комплекса «Видный город», жилого комплекса «Палиха» и жилого комплекса «Солнечная система». Подано уже свыше 7 тысяч требований.